Всем привет, друзья! Меня зовут Влад, и мы в Shadow Fight 2. Вышло обновление 2.17.0, и набор покорителя там был доступен, видели? Значит, смотрите, укройте, спрячьте меня, я все еще слышу скрип его ветвей у своего уха. Нельзя было соваться в тот лес. Это богами забытое место. Выдохни и успокойся, путник. Расскажи по порядку, кто преследует тебя и кого мы должны опасаться. Говорили мне, места те охраняют суровый дух леса. Я не верил, он зол на людей, что вторгаются в его владения, и оскверняют их наукой. Смертный, дайте добычу, человечек будет пища для корней. Ослушайтесь, леса будут вам могила, и мир снова зеленый. Шурале? У него, кстати, акцент, я так понял, да? Я знаю этого чела, Шурале, с уважением, но как и ты, мы заботимся о своих. Печально, что темная энергия, которую принес с собой человек, убивает тебя. Никак не помочь мне, только болтать. А я хочу есть. Зима долгий, почва мертвая. Зима долгая, почва мертвая. Незавидна судьба того, кто станет перегноем на лесной опушке. Прости, дух, но здесь мы проведем черту. На силу ответим силой. Офигеть, ребят, новый ивент, появился Шурале. Так, ну еще и Battle Pass. Ребят, я знаю, кто такой Шурале, это существо такое есть. Еще он, кстати, известен как Урман Яси, если я не ошибаюсь. И типа из татарских, возможно, сказок, по-моему, где-то там. Локация, кстати, прикольная у нас здесь. Прикольная тема. Вот уже я могу получить какие-то метательные оружечки. И, как и на Хэллоуин, здесь, видимо, сколько? 24 уровня? Да? 24 левела тут? Да, тут 24 левела. 299 пас стоит, но мне совсем чуть-чуть не хватает. Так, ну и новый бонус там появился. Это же типа сет и новый бонус. Они стали падки на эти бонусы. Ну чё, пойдемте на Шурале. Ну так вот, это, я так понял, дух леса. Да, Шурале — это дух леса. Вот. Ну, вообще-то из сказок что-то вроде, да? Что-то там оттуда, по-моему. Ну, да ладно. Вот, собственно, найти эту всю тему надо, и мы получим мега-зачарование «Ледяная стойкость». Ну, хорошо, я не знаю, получу ли я ее, не получу ли я ее. Это, конечно, покажет время. Вот, но сейчас мы посмотрим, что он из себя представляет, этот Шурале. Вот, еще ключики на Хэллоуин, кстати, давали, помню, за битвы. Вот, может, и на него будут ключики давать. Ну, конечно, было бы неплохо, если бы давали. В общем, посмотрим, что да как. Сразимся с Шурале. Вон, два ключика у меня есть за вход в игру. Да, получается, дали мне их. Ну да. Ну что, погнали? Погнали, сразимся с этим героем поэмы, как так скажем, да? В этом бою вы постепенно замерзаете. Ну, хорошо, давай посмотрим. Так. Музыка, да, новая будет, по-любому. Обморожение. Да, музыка новая. А, кстати, ребят, записываю с телефона. Но так получается, что на эмуляторе игра не работает вообще. В онлайн режиме. Какая локация красивая. Мне нравится очень. Так, мы, кстати, с кровавым сетом с вами, если что. Я еще немножко болею, надеюсь, не все так плохо. Ух ты, промазал. Какая-то музыка прям чисто, знаешь, атмосферная, гнетущая. Я не скажу, что она прям какая-то вау, но она такая прям нагоняющая, да? Она прям нагоняющая страха. Слушай, ну неплохо, Шурале. Так, ну может большими сферами ему там покидать. На самом деле я думал, что обновление выйдет под зиму, ой, вернее под зиму, под Новый год. Вот, и я ожидал увидеть боевой пропуск новый здесь. Вот, но босса Шурале, это круто, это круто. Так, ребята, снова обморожение, снова я в бою. Так, ну собственно вот так и будет выглядеть-то сет, если так на секундочку посмотреть. Там он прям мега-мега красивый какой-то прям такой, знаешь, будет. Теневой красивый сет. Ты можешь сказать, станешь самим Шурале, если получишь этот сет из боевого пропуска. Боевой пропуск за рубины — это, конечно, интересная тема. Он не такой дорогой на самом деле. Вот. Хорош.
Ох, уже этот кровавый шепот, вы это слышите, да? Смотри, двоечка повесилась. Хорош. Ну тут неплохо, кстати, ему накомбировал я. Очень хорошо. Ну-ка, музычку послушаем. Ну, это что-то такое. Не скажу, что, блин, мега-вау, но... Обычная мистическая такая музычка. Спокойная. Он, кстати, с нами мистик играет, смотрите. Мистик с нами играет. А, кстати, почему у всех сундучки доступны? Теперь все получают сундучки, не только первое место, или как? Или это типа все они претенденты, но первое место стопроцентный претендент. Что-то я немножко не всёк. Ну да ладно. Да, звук, наверное, будет хуже, потому что записываю с телефона. Но, сами понимаете, записи с телефона не всегда это прикольно. Особенно рекодерами, которые ты используешь в телефон. Так, окей, хорошо. Ну поехали. 59 сфер. Я еще подумал, большие взять или маленькие. Ну давай возьмем вот эти средненькие. Хорошо. Кстати, тут эти зонки и для меня появляются. Я могу полечиться, если что. Тоже радует. Так. Ну вообще я обещал вам серию по зимнему событию, если оно выйдет в Shadow Fight 2. Хэллоуинское событие, кстати, можете пересмотреть, где мы получали с вами боевой пропуск полностью и заполучали этот сет, который сейчас на мне надет, кровавый. Вот не знаю, буду ли я проводить то же самое с сетом Шурале, но если вы поддержите очень хорошо этот ролик, возможно, я сделаю нечто подобное. Мы распакуем с вами все призы и заполучим то, что, собственно, заполучим. Ну, 1320 нанес, смотри-ка. Так, ну остается совсем немножко. Остается прям капелька остается. Человек сильный, ты силен. Я проиграл. Зима теперь никогда не уйдет. Не видите, что делаете? Что случится потом? Сами себе убиваете, глупые. Но я типа без акцента читаю ему. Природа всегда найдет выход. Однажды нас здесь уже не будет. А ты останешься. Нам нужно жить в симбиозе, ведь человеку без тебя не выжить. Дух леса тебе ли не знать, что такое гармония? Мы поможем ради себя самих. Убедительный. Хорошо, я уйду, но помните, я есть везде. Сегодня вам урок. В следующий раз не буду так милосерден с вами, говорит он. Вот так вот, ребята. Вот такое вот обновление вышло. Шурале. Вот такой вот Шурале. Ну, собственно, мы его с вами победили. Посмотрим, что получится. Будет ли у меня время, вернее, получать все это дело. Но если вы поддержите видос, то, конечно, я попытаюсь. New Year Battle Pass, то есть новогодний Battle Pass.
Вообще, ребята, ну неплохо то, что контент завозить стали, конечно. Вот второй Battle Pass в шадике втором, можно сказать, как это иронично, да? Второй пас во втором шадике. А, кстати, а я могу не донатить, наверное, да? Смотри. Тут мне свои 35 гем дадут, так. Он же 299 стоит. Там за VIP 60 дадут. За VIP 60? А, так до 16 уровня дойду и смогу так его прям купить. А, так это прекрасно. Это прекрасно. Ну что, ребят, вот такая вот серия получилась. Надеюсь, вам понравилось. Да, вот, кстати, за задание дают ключики. В общем, всем удачи, с наступающими, пока.